роса густая, полегли туманы у тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу у реки. В эту ночь решили самураи перейти границу у реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою взлетел по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. По родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня. И летели на земь самураи под напором стали и огня. И летели на земь самураи под напором стали и огня. И добили песня в том порукой всех врагов в атаке огневой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. За родину! За дружбу! За тех, кто нас ждет! А ждет меня, ребята, жонка. Эх, жонка! Быстрая! На заводе шарикоподшипник работает. Первая лекальщица. Хорошо. Каждую ночь снится, ребят. В Алазанскую долину еду. Невеста ждет, друзья ждут. Весь колхоз без меня скучный ходит. А меня никто не ждет. Да все равно куда ехать. Везде хорошо примут. Клим, едем в Москву. Вот телеграмма. Заводу позарез нужны мотористы. Зачем в Москву? Зачем переманивать, Катсон? Клим, едем в Грузию. Грузию. Послушай письмо. Змаувану. Так, чмени совхоши. Да? Механики в черде. Да тут махан мой, понимаешь? Нет, понимаешь? Понимаю. Механики нужны. Во, как угадал. Едем, Клим. Дорогим гостем будешь. Красиво жить будешь. Грузия. Открыл окно. В окно персик лезет. Вино. Виноград. Дивли далале, далале, дивли далале, во. Дивли далале, далале, дивли далале, во. Эх, нигде нет похожи. Едем, Клим. Нет, ребята, ни в Москву, ни в Грузию я не поеду. В степь хочется, на Украину. Эх, и хороши у нас степи, ребята. Дверь откроешь, ветер врывается. Окно откроешь, вишня цветет. Хорошо. На трактор вернусь, в МТС поеду. Вот. К ней поеду. К землячке. Дай-ка. О, а ну-ка, ну-ка. Хорошая девушка. Кто такая, а? Марьяна Бажан. Бригадир женской тракторной бригады. Мастер скоростной вспашки. Вот к ней поеду. А ты говорил, Москва. Тут, брат. За Марьяну Бажан. За ее здоровье. С удовольствием. Поехали! Постолка!
Марьяна Дмитриевна, виноват, к вам есть до вас требования от меня. Ну тебя. Ну, пожалуйста. Ну тебя. Марьяна, включай в объяснение. 37 простых, 16 заказных. Получайте. Опять привез. Не надо мне писем. Не возьму я их. Вези обратно. Так невозможно, Марья Дмитриевна. Долг службы обязан вручить. Распишитесь. Хоть бы ты пожалел меня, Харитош. Замучили ведь совсем. Все пишут и пишут и пишут и пишут. Эх, Марья Дмитриевна, я и сам бы вам написал. Да некогда. 8 срочных, одномолния, умру холостым. Какой? Приветствую вас! И мы вас! Харитоша! Еду, 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 письма раздаю. Не сходя с велосипеда, я с улыбкой всем пою. Не скучайте, получайте, кто заждался, кто влюблен. Письма нежные, родные, деловые, заказные. Всем вручает Харитоша, аккуратный почтальон. Всем вручает Харитоша, аккуратный почтальон. Я везу любовь и радость, и дыхание весны. Из Москвы и Ленинграда, и со всех концов страны. Здесь конверты разной масти и газетные листы. В этой сумке смех и счастье, и надежды, и мечты. Не скучайте, получайте, кто заждался, кто влюблен. Письма нежные, родные, деловые, заказные. Всем вручает Харитоша, аккуратный почтальон. Всем вручает Харитоша, аккуратный почтальон. Письма раздаю, не сходя с велосипеда, я с улыбкой всем пою. Не скучайте, получайте, кто заждался, кто влюблен. Письма нежные, родные, деловые, заказные. Всем вручает Харитоша, аккуратный почтальон. Аккуратный почтальон. Простите, вы Марьяна Бажан? Я. В чем дело? Одну минуточку. Разрешите представиться. Бондаренко Тарас Федорович. Младший, так сказать, бранд-майор из Мелитополя. А, дальше. Привелся, так сказать, поближе к вам. Вот. Что это? Петушки. Вы что же, так сказать, приехали сюда цветы собирать, да? Никак нет. Движение сердца. Что-что? Движение сердца.
Ах, сердце! Сердце! А Назара Думу вам не приходилось видеть, а? Во! Топорник! Может, это топором. Он такой, все может. Знакомьтесь, Назар Дума, мой жених. А это Тарас Федорович из Мелитополя. Позвольте, позвольте, как жених? А мне говорили, непонятно. 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 Приехал. Ой-ой-ой. Разыграла. Разыграла. Не могу больше, Назар. Одолели? Не пройти, не проехать. Прямо пропадаю. Хоть бы ты меня спасал от женихов. А ведь это правда. Послушай, Назар, иди-ка сюда, иди-ка сюда. Выручай, дружи. Вроде ты жених мой, а я твоя невеста. Для виду. Отпугивать, что ли? Вот-вот-вот-вот-вот. Ты же озорной, буйный. Тебя как огня бояться буду. Ну что ж, это можно. Значит, для виду. Ага. А то, может быть, взаправду, а? Ну вот и ты туда же. Я говорю, для виду. Это понятно. Только ведь взаправду оно интереснее будет. Назар! Ну ладно, ладно. Для виду так для виду. Согласен. Вот спасибо. Вот сельба. Придумала в Марокко женихов пугать. Ты понимаешь, Назар, 50 тысяч. И все женихи, да? Так вот, забодай вас, комар. Имею среди нас такую бригаду, как девчата нашей орденоноски Марьян и Бажан, на работу которой любо-дорого посмотреть, и которая есть наша гордость и яркий пример, мы должны положить строгий взгляд на ошибки и провалы других бригад. Возьмем, к примеру, небезызвестного районного атамана товарища Думу. Что мы имеем? И бригада его трикорд трахает или делает такое, что все районные куры смирются. А все от чего? От головы. От бригадира, забодай его, ковар. Бригадир должен быть как зеркало, чтобы тракторист глянул в него и обратно себя видел. А что он видит, глядя на тебя, Назар? А? Пивную! А в пивной Назара! Поганый портрет, Назар! Сам партизанишь, и бригада твоя партизанит. Сам бузу трешь, и хлопцы твои бузатеры, задиры, к спиртному наклонность имеют. Женить его надо! А может, ты правда, женить его надо? Выпьем, выпьем, выпьем! Да что вы за боту взяли? Я уже нашел. Да ну! Да. Обрежьте, я ж мухи кашляют. Кто за тебе выйдет? Будьте уверены. Кто она? Говори, Мария. Да погоди. Тихо, тихо, хлопцы, тихо. Говори, Назар, кто? Ну, говори! Ну, не томи! Говори! Марьяна! Кто? 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 Марьяна Бажан! Вот она! Да не может быть! Да не может быть! Да что ты? Ты ж была из Казахстана! Марьяна! Марьяна! Как же так, Марьяна? Неужели так? Да брешь это! Да брешь это! А ну, Марьяна! Скажи вам, Марьяна! Скажи вам, Марьяна! Порядку, бригадиры! Порядку, бригадиры! Порядку! Песню такое! Порядку! Забодай вас, комар! Стой, Кирилл Петрович! Товарищи бригадиры! О вопросах личного попрошу говорить спокойно и неофициально. Так вот, насчет личного. Забодай тебя, комар. Да, с Назаром тебе как? Серьезно или как? А что? Ну нет, ничего, я просто так. Ты, Марьяна, прости меня, конечно, что я... Да что вы, Кирилл Петрович, ведь мы с Назаром. Ничего смешного нет. Мужа надо выбирать осмотрительно. Сердце не прикажешь. Вот забодай тебя, комар, а? Пойми ты, мутный он парень, не пара тебе. И как это ты могла? Не понимаю. Не понимаю. Это что же, Кирилл Петрович,
МТС мне и мужа выбирать будет. Да ты выслухай, я ведь... Бросьте, Кирилл Петрович, я не маленькая, сама вижу. Плохо видишь. Тебя маленькая страна в ухах высоко подняла. Тебе чужие люди письма пишут, за советом обращаются. Да ну вас, Кирилл Петрович, надоело. Что за моду завели проповеди читать? Сама понимаю, сама знаю и сама выберу. И в няньках не нуждаюсь, Кирилл Петрович. Бывайте. Марьяна, Марьяна. Спасибо, товарищи! Эх, хорошо! Черт побери, вот окаянный. Эй, парень! Ой, кто это? Вынужденная посадка у тебя, девчина. Побилась? Встать можешь? Не трогай, я сама. А ну, попробуй. И попробую. Попробуй. Попробую. Ой! А, ну, ну вот видишь, садись. Ой. Как же это так, а? Ну, упала и упала. Чего пристал? Сам не падал, что ли? Бывало. Бывало. Пожалуйста. Так. Чего глядишь так? Боишься меня? Какой страшный. Кто ты, а? Да так. Прохожий. Завести можешь? Или показать? Попробую, может, и заведу. Ну вот. Помоги сесть, мне близко. Куда ты? Я сама, сама поеду. Ну, это ты брось, не доедешь.
Сапог, сапог. Что ты, черт, сапог? На, сапог. Держись за шею, а то упадешь. Держусь. Прямо, что ли? Прямо. Горячей воды, мама, и полотенце. Зараз, зараз, ой, боже, не годится. Ну вот ты и дома. Так вот ты какая, Марьяна Бажан. Садись. Что ж ты? Да ты разденься. Бинт есть? Вон там, в сумке. Не говори, ну говори, ну не слухай, я летаю, я летаю. Да, Марина Марковна, ну чего ты? Ой, боже. Да, Марковна. Ой. Больно? Нет. А ну, давайте еще раз. Больно. Ну вот. Теперь все в порядке. Так. Хорошо у меня. Так. Так. Ну вот. Денька 3-4 придется полежать. А вы, мама... Марьяна! Холера бы его забрала, чтобы ему ни дна, ни покрышки. И стерзал меня, трясти его, ма... Свалилась. Вот чудачка. Извиняйте. Извиняйте, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Марьянка, что с тобой? Разбилась? Да нет, Франя. Как же ты так, Марьянка? Что у тебя там? Ты понимаешь? Я его и керосином, я его и клапана, а он проклятый. Кончай смену. Завтра механика вызовет. Как же это так, Марьянка? Это что ж у меня опять простой будет? Сегодня простой, завтра простой. Что же за опять? Франя! А ну, Франя, пойдем посмотрим твою машину. А ну, давай, Франя, показывай, где она. А ну, пошли, пошли. Кто это такие, Марьяна? Не знаю, прохожий какой-то. Не знаешь. Вы, Марковна, скажите девчатам, чтоб никому не говорили, что упала. Добре. А то наедут тут опекуны всякие. Добре. Покоя не будет. Добре, Марьяночка, добре. Вот он. Ишь ты, красавец. Брат, кто это? Механик какой-то. А Марьянка? Так. Стоит, молчит, а я и не вижу. Ну? А Марьянка вся забинтована, забинтована. Да ну? Ей-богу. А я и упала. Чего здесь хихикать? Не надо мной ли? Нет. Ну-ну. А ну-ка, круто, не вертани, Франя. Чего ты крутился, а? Давай. А ну еще раз. Скажите, пожалуйста, ключик от магнита есть? Есть. Давай. Вот он. А, вот так ключик мучит. Чего вы? А ну, свети сюда.
Слушай, Марковна, пошел Франкин-то. Смотри, парень, черт какой. Грамотный, видно, человек. Головатый. Военный. Так что машина на ходу, товарищ бригадир. Спасибо, товарищ механик. На ты. Сідайте, чаю випийте, сідайте. Не знаю, як вас зовуть. Клим, а вас, мама, як? Тетяна Марковна. Очень приятно. А ты откуда, прохожий? Демобилизованный танкист с Дальнего Востока. Ой, чего ж сразу не сказал? А у меня брат там. Не пропадет. Пантюша, Бажан, курносый такой, рослый. Может, встречал? Не, там народу густо. Не разглядишь. Куда ж ты идешь? Да так. Блукаю, счастье шукаю. Ага. На работу хочу определиться. Где понравится, там останусь. А у нас не нравится? Темно. Не разглядел еще. А то оставайся. МТС наших механиков с фонарями ищет. Посмотрю. Вот поживу у вас денька 2-3. Не выгонишь? Живи. Поможешь, пока вот нога отойдет. На границе тучи ходят хмуро, край суровый. У высоких берегов Амура сейчас забыя родину стоят. Сейчас забыя родину стоят. Там врагу заслон поставлен прочный, там стоит отваженный силён. У границ тайги дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон, в нем живут и песня в том порукой, нерушимой крепкою семьей. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы у тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу у реки. В эту ночь решили самураи перейти границу у реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен. По родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Чались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня. И летели на землю самураи под напором стали и огня. И летели на землю самураи под напором стали и огня. И добили песня том порукой всех врагов в атаке огневой.
три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Здорово спета! Вот это по-нашему западай его команда! Откуда девчата пивуна такого добыли, а? А это Кирилл Петрович танкист у нас гостит. Помогал по бригаде. Танкист? Ага. А ну, Марковна, получаете хутей? Пухленьких десяточек девчатам на обед. Помните вы их, Кирилл Петрович? Ой, бабушка. Да ничего. Ну, познакомимся, товарищ. Клим Ярко. Ярко? Да. Танкист. Танкист. Так, так, так. С востока. С востока. С востока. С востока. Так, так, так. А. Понятно, понятно. Вот познакомься. Вот это нам подходит. Механики нам до зареза нужны. Так в МТС давай. Чего ж ты тут застрял посреди девчат? Еще гляди, оженят тебя, западай их комар. Да нет, какой я женька. Вот разве Марковна? Она за тебя и не пойдет. Почему? А у ней знаешь кавалер какой? Какой? У ней кавалер всем пример. Ну. Кавуны охраняет, ворон стреляет. Каждый день десяток пухленьких. Вот сорока, забодай ее, комар. Вот под ковырки. А ну, девчата, спойте-ка нам песню. Садись, Клим, слухать будем. Люблю я, Клим, украинскую нашу песню. Запевай, Марковна. На ворозі верба рясна. На ворозі верба рясна. Там стояла дівка красна. Девчата, Марьяна дома? Да! Ну ладно! Эй, парень! Слейка! Ты кто такой? Я-то? Да, ты-то. Да так, прохожий. А ну ладно, ладно, Слейк. Убери к посудину. А что так? Аль тяжело? Не нравится мне, что ты здесь воду разливаешь. Это почему же? А потому, не знаю, кто ты, парень, но от души тебе говорю. Не вертись здесь. Постой, постой. А ты кто такой горячий? Кто, кто? Жених Марьяны Башан. Вот кто. И предупреждаю, я ревнивый. Ух, какой я ревнивый. Да? Трактор-то ты знаешь? Ну? Так вот, одной левой за колесо переворачивай. Ой-ой-ой. Учти. Марьяна дома? Дома! Здорово, невеста! Здорово, жених! Соскучился по тебе, понимаешь? Да ну! Да и дело имею. Выручай, друг! Я свой договор женихов отпугивать во как выполняю! Вот он!
Вон он! Лопухи! Будь другом! Позычь горючего! Ни капли, понимаешь, не осталось. Да я сама без запаса. А что вы его пьете, что ли? Ну, пойди в положение, Марьянка. Стою я. А ты сядь. Да ну, Марьян, ну что ты? Не дам. Третий раз берешь и ни разу не отдавал. Не дам. Ну, я ж тебе сказала. И не проси, не говори. Не дам. Марьян. Да. Назад. Назад. Я здесь, здесь, Савка. Назад. Нашел. Нашел! Газовоз нашел! Где? Где он? А там, у шишовой балки! Ну бежим, газуем, Савка! Правда, я сам его... Эй, Клим! Ты куда это собрался? Ухожу, Марьяна, прощай! Ты что ж, ты в МТС, да? Нет, совсем. Как совсем? Постой, ведь ты же обещал остаться. В Корновку пойду, соседями будем. Пока. Стой! Стой, Клим! Стой! Стой, Клим! Стой! Стой! Останься, Клим! Да нет уж, пойду. На работу, понимаешь, надо определяться. Ну почему же в Тернопку? Почему не к нам? Ты же обещал Кириллу Петровичу. Останься. Останься. Никого я никогда не просила. Останься, Клим. Нет, пойду. Людей у вас много, ребят все хорошие. Трактор одной рукой переворачивают. Прощай. Нет уж, сиди, забодай тебя комар.
Это ж прямо какое-то наказание, Света Терновка. Да, сиди! Летом брандмайора перехватили. Да, слава, сиди! Бухгалтера увели. Бухгалтера, понимаешь? Да что я вам бухгалтер, что ли? Киномеханика увезли. Ночью напоили пьяного и увезли, а? А теперь тебя задумали? Ну нет, забодай вас, комар! Не бывать этому! Да что, мы хуже Терновки, что ли, а? Что у нас хороших девчат мало? Что? Ратуйте! Что? Что? Ратуйте, Кирилл Петрович! В чем дело? Ратуйте! В чем дело? Назар горючий грабит! Как грабят? Наше горючее, чтоб он сгорел! Да. Я везу! А? Стой! Так! А вы пусти! Так! Он в руль вырывает их морде! Ах, он сукин сын! Вы, говорит, сами без горючего! Бандюка, босяка, не пригодишь! А где он? Вон он! Ага, вот сейчас мы! Сейчас! Назарка! А? Хорош? Хорош! Воробей, разбойник с большой дороги! Что? Что? Да. С топором грабишь, али как? А? А? Бугай чертов! Совести лишился! Всю МТС позоришь! Вылазь нам туда! Нам всю область да, труду красил! Вот еще один, Кирилл Петрович! Ах, и ты тут, рыжий черт! И ты туда же! Заяц веслоухий, а? Куда? Куда полез, налив несчастный? Я до тебя доберусь. Я до тебя доберусь, Таманов адъютант. Махновцы вы, а не трактористы. Забодай вас, комар. А ну, перетаскивай обратно бочки. Живо! Так что снимаю тебя, Назар. Отстраняю. Конец. Довольно с тобой нянькаться. Приказываю бригаду сдать дальневосточнику Климу Ярко. Вот ему. А сам ты останешься в бригаде трактористом. Точка. Все? Все. Спасибо. Видал? Видал? Видал черта? А ведь это кто? Кто? А? Жених Марьяны Бажан. Откуда известно? Так это всем известно. Вот-вот, вот-вот. Так ведь обидно, понимаешь, обидно. Девушка такая замечательная, стахановка, орденоноска, и вдруг трах, и выбирает себе такое чучело, такого черта. Фу. Что ж ты молчишь? Это конечно, но ведь сердцу не прикажешь. Что? Да вы что, сговорились, что ли, все? Да тут действовать надо, действовать, а не сердце. Что же это такое? Клим, а ну, поди-ка сюда. Иди. Садись. Слушай, Клим, надо бы нам этого черта, забодая его комар, на ноги поставить. И крепко поставить. Так поставить, чтобы... Не стыдно было такую замечательную девушку за него выдавать. Понял? Понял. Ну, а что, если не поможет? Что, если не поможет? Тогда? Что тогда? Тогда расстроим эту свадьбу. Уговор? А? Ну, что ж, уговор? Слово. Слово. Ну, смотри, Клим, не обмани. Ну, в общем, сняли меня, хлопцы. Как так сняли? За что же, Назар? Обрешет он, ну, трепится он. Разыгрываешь? Конечно, разыгрываешь, Назар. Да говорят, вам сняли лопухи. Так почему же нас не спросили? Хлопцы, почему же нас не спросили? Расскажи нам все толком. Говори толком. Ну, что ты молчишь? Кого же назначили, а? Кто? Кто? Нашелся один такой. Сейчас придет. Как так придет? Кто? Что это такое? Не позволим, не бывать этому. Не позволим, мы с ним работать не станем. Да мы его так встретим. Хлопцы, мы ему такое представление. Ага, садись, Назар.
Вот он едет. Спасибо, товарищ. Вот как надо, милая моя, а ты растерялся. Это ноги, ноги. А вот посмотрим, как у него голова работает. Это ноги, хлопцы, это ноги. А вот как голова, вот это того. Эй, товарищ! Вот, пожалуйста. Поди-ка сюда. Просят вас. Ребятки, сейчас будет конец. Давай. А ну, говори на слух. Чем болен? Ну что ж, все ясно. В третьем цилиндре втулка пальца. Раз. В первом цилиндре втулка сработана. Два. И клапана неправильно отрегулированы. Три. Ребята, верно ведь, а? Три, верно. Назад, а? Подумаешь, верно. А все это от того, ребята, что ухода за этой бедной машиной никакого не было. Ее сироту не мыли, не чистили. Вот она и обиделась. За кем эта машина? А? Кто ее хозяин, ребят? А? Кто хозяин этой машины? Чья это машина, я вас спрашиваю? Чья это машина? А? Давай сам расскажи. Машина это того. Как ее значит? Того. Ну так она и того. Что того-то?
чудак. Я ж говорю, как ее, значит, того, так она и... Твоя, что ли? Ага. Моя. Ну вот видишь, милая моя, ты растерялся. Ну, так это. А ну тебя. Здорово. Ты что ж это? Вернулся? Пришлось. Вроде как бы наряд. Особое задание получил. Так вот что, Назар. Девчата наши постановили помочь вам. А то стыдно, знаешь. Бригада твоя вроде бельма на глазу. Ну что, нас пришли на буксир брать? Буксир, не буксир! А что-то с вами, ребята, делать надо. Что же с нами делать надо? Да. Что делать? Да. А вот девчата мои и я на ваших машинах поработать приехали. Чего? Поучить вас. О, слышали, ребята? Указывай, бригадир, который тут послабже. А тут нет таких. Да. Нету? Нету. А это мы проверим. А ну, бригадир! Куда ты, бригадир? Пошли, ребята! Бригадир! Я бригадир! Ты? Да, я. Разрешите ответить, хлопцы? Да. Вот смотрю я на вас, девчат, и удивляюсь. Приехали, нашумели, буксир, буксир. А что бы вам напрямки сказать? Мы об вас, мол, хлопцы, соскучились. Повидаться хотим. Так вы нет... Буксир выдумали. А кого на буксир? Этих ребят? Нас. Этих орлов? Это же орлы! Да вы что, смеетесь, что ли? Да. Я же у вас в бригаде был. Ничего особенного. Работа как работа. Хорошая работа. А мы вот с ребятами тут поговорили. Так вообще пить вас думаем. Кого же ты бить? Нас! Погоди, погоди! Раня! А что ж, похоже вас? Правильно, бригадир! В самую точку попал. Но это еще не все. Постановили мы с хлопцами, помимо работы нашей, обучаться вождению боевого танка. Раз. Стрельбе по мишеням. Два. И работе в противогазах. Три. Вам, девчатам, конечно, это неинтересно. Это почему же? Это нам неинтересно, а? Почему? А нам, будущим бойцам Красной Армии, без этого жить невозможно. Да, но невозможно. Но мы таких орлов кух за пояс заткнем. Пояс лоб. И лобли, лобли, и лобли. Спасибо за ответ, товарищ Ярко. И вам, товарищи, спасибо. Пожалуйста. Только мы, девушки, ни в каком деле. Никому. Впереди нас быть не позволим! Не позволим! Пошли, девчата! Хлопцы пришли за дверь, где ушли в стрит! Уходили! Кириллу Петровичу. Здорово, деду. Здорово. Ну, як тебя тут? А нічого. А вони-то ростуть. А як же, ростуть. Сідайте, відпочиньте. Я вам зараз підберу. Підбери, підбери. Підберу, підберу. О. Ну-ка, ну-ка. Ось, покаштуйте. О, вот это камон. Ай, да камон. О, господи, родюча яка земля. Дівчатка ваші їдуть.
Марьянка Лёкой. Это что ж такое? Что это такое? Что случилось? Что? Что такое? Кирилл Петрович, хлопцы будут танками заниматься, стрельбой. А у нас в бригаде ни одного противогаза. Стрелять нечем, пособий не надо. Какие хлопцы? Какие танки, забодай вас, комар? Ха, ну ничего не понятно. Он над девчатами смеяться, це вам понятно? Це вам понятно? Клим бригаду на танки сажает, а нас впихивает. Это вам понятно? Это вам понятно? Вот теперь понятно. Это выходит, танкист у них военное дело наложит. Да, так да. Что ли? Так чего же вы раскудахтались? Забодай вас, комар. И у вас наладим. Да я вам на это дело Ефим Коваленко выставил. А, пожалуйста, давай нам Ефима. Мы им покажем. Мы им у покажем. Них Клим, а у нас Ефим. Вот хорошо-то. А ну, дедусь, угощай. Дедусь, угощай. Коштуйте, коштуйте, девчатка. Прогулка, а не работа. Назарка такая, кутерьма пошла. Погоди, Савка, мы сейчас поговорим. Это как понимать? 2 метра и 4 десятых. Маловато? Норма. Что ж ты, рядовой тракторист, что ли? Ну, не рядовой. Цепляй. Так что ж делать надо? Цепляй, Савка, цепляй. Давай, ребят, цеплять будем. Давай, пойдем назад, поговорить надо. Да о чем говорить? Не потянет. Машинка у тебя новая? Ну, новая. Земля сухая? Ну, сухая. Ну, вот ты и попробуй. Да чего ее пробовать-то? Что я ее не знаю, что ли? Ай. Потянет. А может, потянет? Да я тебе говорю, не потянет. А ты попробуй. Фу ты, черт возьми. Ну, тогда я попробую. Эй, ребята, как там у вас? Давай. Здорово. Здорово. Можно? Можно. Можно. Есть. А говорил, потянет. Ну, хлопуха. Это да. Это да здорово, Назар. Вот это того. А мы не того. А надо было бы нам того. Стой!
Вот это того, хлопцы. Ого, 3 метра 30. Вот это да. Вот это норма, вот это норма. А глубина? Глубина? Сейчас. Стой, ребята, тут что-то есть. Чего? Чего? А ну. Фу. Вот это глубина. Немец. С 18-го года. Офицер? Ну. Да. А ну-ка покажи. Кто ты его того? Да. Порастеряло немецкое офицерье свои головы на нашей земле. И вот гляжу я, хлопцы, на эту каску и думаю... И вот гляжу я, хлопцы, на эту каску, на эту помятую германскую шляпу. И славный 18-й годок наш, вижу, как вчера было. И хочется мне, хлопцы, сказать стих. Понад степью ветры пролетали, партизаны в балках залегли. И громили немца, и сметали с молодой украинской земли. Было дело, Кирилл Петрович! Снова боевое время близится. Опять немца, забодай его комар, на нашу землю тянет. Опять драться будем. Ну что ж, мы не против. Дарин Кирилл Петрович! Шипнем ему, как 18! И каждый час, хлопцы, к этой драке готовым надо быть. Чтобы никакие фокусы-мокусы наших врагов не застали бы нас врасплох. И вот поэтому почин бригады Клима Ярко, который, работая и соревнуясь, ребят своих загодя на военную ногу ставит, особый смысл имеет. И правильный этот почин, примера достойный. Трактор, хлопцы, это танк. А танк, ребята, это... Что такое танк? Танк – это боевая машина, сочетающая в себя броню, огонь и ударную силу. Во всяком бою танкисты должны уметь использовать подвижность своей боевой машины. Раз. Силу ее огня. Два. И мощность ее ударного действия. Три. Танкисты обеспечивают атаку пехоты, прокладывают ей путь через разные укрепления, давят огневые точки противника и истребляют его своим огнем. Понятно, ребята? Танкист должен быть выносливым, спокойным, решительным и красивым. Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны. В строю стоят,
советские танкисты своей великой родины сыны. Время огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. Когда суровый час войны настанет, и нас в атаку родина пошлет. Давай, Саша, хорошо. Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде. Мы на чеку, мы за врагом следим. Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим. Гремя огнем, сверкая блеском знали, пойдут машины в яростный поход. Когда суровый час войны настанет, хорошо, ребята! Молодцы! А если к нам полезет враг матерый, он будет бит повсюду и везде, тогда нажмут водители-стартеры и по лесам, по сопкам, по воде. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. Когда суровый час войны настанет, и нас в атаку родина пошлет. Еще разок! Когда суровый час войны настанет, и нас в атаку родина пошлет. И труд колхозных пахан, мы защитим страну свою броня. Ударной силой орудийных башен и быстротой, и натиском огня. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. Когда суровый час войны настанет, и нас в атаку родина пошлет. Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде. Мы на чеку, мы за врагом следим. Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. Когда суровый час войны настанет, и нас в атаку родина пошлет. А если к нам полезет враг матерый, он будет бит повсюду и везде. Тогда нажмут водители-стартеры и по лесам, по сопкам, по воде. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. Когда суровый час войны настанет, и нас в атаку родина пошлет. Так вот, ребят, Назар наш к рекорду подходит. Седьмой день подряд по две нормы кроет. А сегодня до обеда 11,5 рубанул. Да, это значит, к вечеру 23-24 будет. На воде вилами не видно. Не вилами, а факт. Красивая работа, ребят. Всем бы нам к лицу. О, хлопцы! Назар Тимофеевич, всеобщий привет! Давай, ребята! Ура, Назар, поздравляю! Вот это работа! А? Поздравляю, Назар! Спасибо, Клим! Две нормы крови! Здорово! А ну, повар! О, по три порции щей с чесночком достал. Ох, и щей!
машина. Почта, ребята! О, почта! Давай, давай! На, держи! Поздравляю! Ух, устал! Дайте паску. Ух ты, чё! Тракторист Назар Дума на ЧТЗ С-65 дает две нормы в день. Ребят, ребят, смотри, Сап, что же такое, а? А это того, Назар, того. Клим, Клим, но? Что это, а? А что, разве плохо? Парень, что надо. Ай да, Назар, ай да, Назар, вот это да. Две нормы в день, забодай его комар. Ну, Марьяна, вот теперь одобряю. От всего сердца одобряю. Прими мои поздравления. Кирилл Петрович, я... Погоди минуточку. Кирилл Петрович. Сейчас. Да, я. Буду. Сейчас выезжаю, сейчас. Кирилл вот Петрович, кого благодари за жениха своего, вот кого. Кирилл Он Петрович, свое слово я... сдержал. Назара твоего вот как на ноги поставил. В полный рост. Послушай, погоди, ты, Кирилл Петрович. Да, я. Что-что? Как так некуда сыпать? Да что ты мне говоришь? Я сам видал. Да. А. Вот это другое дело. Забодай тебе комар. Кирилл Петрович. Ну что ты стоишь? Благодари воспитателя, благодари. Я должна сказать. Что? Идите сейчас. Сюда. Благодари, Марьяна, благодари, не стесняйся, благодари. Кирилл Петрович! Ну, спасибо тебе, Клим. Не за что. Ой, Клим, Клим дурной. Назар для меня человеком сделал. Дурной. Ой, Клим. Вот это да, а? Вот это правильно. Ой. Поздравляю. Ой. Вот здорово. Ай-яй-яй-яй-яй. Невеста. Ой. О, текает. Вот что, Клим, готовь свадьбу Назару. МТС на это дело 2000 отпускает. Костюм ему закажешь, договоришься с оркестром. Назару! Чёрту Назара! Чёрту! Я сам люблю Марьяну! Что? И никому, никакому Назару, ни чёрту, ни дьяволу не отдам её! Что? Не отдам! Да что? Ума пошёл, Клим! Ты у товарища невесту отнять хочешь? Счастье рушишь! Но я люблю её, Кирилл Петрович! Пойми, люблю! Марьяна!
он не идет. Эх, клин, клин. Марьяна, Марьяна. Клим, Клим! Марьяна! Ты слыхал, слыхал? Слыхал, Марьяна, ой, слыхал. Ты знаешь, я искал тебя, я объездил всю степь. Я тоже, Клим. Я хотел тебя видеть, хотел сказать тебе. Я тоже, Клим. Я хотел сказать тебе, что я люблю тебя. Я тоже, Клим. Родная. Милый. А я думал... Дурной ты, Клим. А я думал, Назар, а? Дурной ты, Клим. Вот теперь ошибки быть не может. Кирилл Петрович. Сам жениха видал. Забодай его, комар. Ну, бригадиры, поздравляю. Марьяна, поздравляю. Клим, поздравляю. У, черт. А свадьба когда же? Когда? Когда выпадет первый снег? Вот. Вот это верно. Значит, сразу после сева. Ух, и свадьбу громыхнем на всю область забодаем, комар. Я пью за мастеров земли, за хлеборобов нашей родины, за трактористов, за всех вас, забодай вас, комар. Вы от доброго корня, хлопцы, вы плоть от плоти рабочих и крестьян нашей родины, которые гнали шляхту до Варшавы, которые немцев сыпали как надо и кровью завоевали власть, землю и социализм. Будьте ж, хлопцы, достойны своих отцов. Берегите и никому не позволяйте рушить ваше счастье. Бейте в хвост и в гриву всякого, кто сунется на нашу землю. Работайте, дети. Работайте так, чтобы отчизна наша цвела, как весенний сад. Живите, хлопцы, размножайтесь, веселитесь. Забодай вас, комар! Но каждую минуту будьте готовы встретиться с врагом. Каждую минуту будьте готовы пересесть с трактора на танк и так ударить по врагу, чтобы он... Запивай, Назар! Отвечай Кириллу Петровичу! Запивай! Отвечай, Назар! Заводов труд и труд колхозных пашен мы защитим, страну свою храня. Ударной силой орудийных башен и быстротой и натиском огня. При огнем святая веста стали, пойдут на шины в яростный поход. Когда суровый час войны настанет и нас в атаку Родина пошлет. Враг, укрывшийся в засаде, мы на чеку, мы за врагом следим. Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим. Гремя огнем святая веста встали, пройдут машины в яростный поход. Когда суровый час войны настанет, если к нам полезет враг матерый, он будет бит повсюду и везде. Тогда нажмут водители-стартеры и по лесам, подсобкам, по воде. Время огнем,